Ребятки, всем привет, всех приветствую на каналчике Toxicool. И что хотелось бы вам сказать. Сегодня мы поговорим с вами про аккумулятор. Вообще, реально ли его вернуть по гарантии, если что-либо случилось у вас с аккумулятором. Все вы знаете, что я работаю в такси. Аккумуляторы в такси накрываются быстро. Но дело в том, что во мной был приобретен аккумулятор ИСТА, на который минимум идет 2 года гарантии, как бы, да. И вот, собственно, гарантийка, все дела. Может, кто там поставит на паузу, почитает, да, кому-то какие-то данные нужно будут. Вот чек имеется. Приобретен был аккумулятор в Эпицентре. Стоимость аккумулятора составляла 1479 гривен. Да, ребятки, приобретен он был 27.08.19 года в 11 часов 35 минут в этом же Эпицентре. Смотрите, в гарантии написано дата изготовления 12.18.45. Вот история, ребят, о том, что этот аккумулятор еще оставался на него там месяц-полтора гарантии. Также я дублирую все, у меня есть вот такая вот, собственно, тетрадочка, где я пишу все данные, когда я купил что и поменял. Просто ради того, чтобы понимать, сколько у меня уходит в общем денег на ремонт автомобиля и на эксплуатацию, да, на содержание автомобиля. Так, что хотелось бы сказать. Вот здесь снизу, сразу в гарантии указано, куда звонить. Если получится, я вам повставляю, собственно говоря, эти все разговоры, которые, да, я звонил. Ну, в двух словах хотелось бы вам объяснить, что происходило. Я позвонил сюда по этому номеру, меня отослали на другой номер, с другого номера на третий. В итоге сказали, звоните в Эпицентр, в Эпицентре пускай вам выяснять. А в Эпицентре мне сказали так, что дата производства по-любому на метр, на месяц-полтора раньше сделан аккумулятор, потому что они им просто раньше не приезжают, они валяются где-то на складах и так далее и тому подобное. Следовательно, гарантия прошла. Он аргументирует это тем, что гарантия у них считается с того момента, когда произведен аккумулятор. То есть он год пролежал на складе, и всего тогда год у вас остается гарантия. Понимаете как? Я говорю, а почему, когда я покупал, говорю, аккумулятор, вы об этом не предупреждаете и говорите так, мол, 2 года гарантии аккумулятор? Я спрашиваю, он говорит, да, 2 года гарантии аккумулятор, но не уточняет, что с даты производства, а просто 2 года аккумулятор. При этом при всем проверяется, собственно говоря, клешнями, там я всегда прошу, они проверяют, да, то есть пусковой ток, все дела, сколько вольт на аккумуляторе, все это проверяется. Но получается, что аккумулятор вам продают как бы немного, я не знаю, бэушный или как это назвать, завалявшийся там на складах, да, и в итоге гарантию вы свою не можете получить. То есть он говорит, что принимать его как бы никто не будет, этот аккумулятор и так далее и тому подобное. Он хотел сыграть на том, что якобы это было давно, я чего-то не помню. Но получилось так, что я сразу же купил, кто там, ссылочки будут в описании, я купил новый аккумулятор тоже в Эпицентре, на который была год гарантия. И говорю, я вот этот покупал у вас, говорю, вчера, там или позавчера, да, буквально на днях. Я говорю, меня никто не предупредил о том, что гарантия типа с даты производства. Как-то так, ребят. То есть нажучивают, где только могут, как только могут и все такое. То есть внимательно смотрите на дату производства самого аккумулятора. Я так для себя уже понял, что смысла нету никакого переплачивать, нету смысла покупать в Эпицентре. Гораздо проще, наверное, на рынке где-то купить, просто померить его, этот аккумулятор и все. Главное, как говорится, цена. Почему я сделал такие выводы? Потому что гарантия по факту не работает. Вот купите вы, не дай бог, эту варту там в Эпицентре за 5-7 тысяч. И дальше что? Она накроется, он скажет, да, ну так это самое получилось. Особенно мне понравилось, мужчина стоял, выбирал, говорит, у меня эта варта, говорит, 16 лет проработал аккумулятор. Дед стоит, рассказывает там, да? А второй стоит и лупает. А самое-то главное, ребят, как мне сказали, варта, которая выпускалась 16 лет назад и которая выпускается сейчас, совсем разные вещи. Вот как, ребятушки, выглядит сам аккумулятор. Вот даты, которые на нем, да? И вот, собственно, как его раздуло. Можете видеть со всех сторон. Это он немножко подспух, а так это все прогибается. Короче, имеем, что имеем. ИСТА стандарт. В итоге сдал его на рынке за 300 гривен. Вот 300 гривен за него сдал. Также ИСТА и все остальное. В общем, ребят, пишите свое мнение в комментариях. Да,
разведем же срач в комментах. Напишите вообще, правильно ли это, что гарантию выдаются с дня производства, а не с дня продажи. Хотя вот на рынке у меня знакомые торгуют, они сказали, что гарантия дается всегда с дня продажи. Также вот телефон, вы купили телефон, да, он же дается гарантия с дня продажи, а не с дня производства. Может, он год пролежал в магазине, этот телефон. Как-то так. Добра бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лосики, лайкосики, пишите свои наибомбические комментарии. Может, вас тоже так кидали с аккумуляторами или с чем-то еще. И также подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок и Телеграм-группу, где вы сможете пообщаться с такими же таксистами, как я. Пока-пока, до новых встреч. Я звоню вам по поводу аккумулятора. Вы хотите приобрести или какие-то вопросы по нему? Я хочу его сдать, не знаю, как по гарантии или как. У меня нет работы гарантии. Я вас переключаю на отдел, секунду. Пацаны, напишите в комментариях, сколько надо иметь нервов, чтобы слышать, слушать это тилинканье. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я хотел бы обратиться к вам с такой проблемой. У меня аккумулятор не заряжается, короче, поломался полностью. Вы по гарантии, да? Да, да, да. Вы у нас покупали? Я покупал в эпицентре аккумулятор. Ага, в эпицентре. Это куда-то... Сейчас, одну секундочку. Сейчас я молодому человеку дам трубку. Женя. Алло? Да, день добрый. Добрый. Я покупал батарею, хочу обратиться по гарантии, что мне не знаю. А что не так с батареей? Ну, полностью она накрылась, она не заряжается. Было сначала 7 вольт, потом стало 0. А плотность проверяли? Да там такое, как уже вообще там тырса плавает какая-то, вот эта жмыха, там уже нечего проверять. А какой срок батареи? У нее срок этого самого гарантии 2 года был. Да. Осталось еще полтора. Еще полтора месяца. То есть за полгода она превратилась у вас в тырсу? Полтора месяца осталось у меня. А, полтора месяца осталось? Да. Так, номер телефона мне оставьте свой. 09. Так, Александр, я сейчас узнаю номер телефона человека, который занимается эпицентровскими батареями по поводу рекламации. Угу. Перезвоню вам, скажу, будете звонить туда. Угу, я понял. Да. Жду тогда, давайте, да. Алло, да, здравствуйте. Александр, еще раз, здравствуйте. Вы только что звонили по поводу рекламации аккумулятора там. Значит, смотрите, да, это так, смотрите, телефончик сейчас запишите, зовут его Дмитрий. Это человек, который занимается рекламационными ситуациями от нашего дилера, который поставляет, собственно, аккумуляторы в эпицентр. Uh-huh. Он должен рассмотреть ваш вопрос. А по с этим сайту вы обращались непосредственно в эпицентр по этому вопросу? Нет, ну я вот недавно покупал там новый аккумулятор. Мне сказали, что обращаться надо к вам. Очень интересно. Пишите. Ага. 098-44. А как зовут? Зовут Дмитрий. Дмитрий, да? Да, скажите, что на дозэнергоавтоматике дали ваш телефон. Дали его телефон. Если будет спрашивать, откуда номер телефона, скажите, звонил на дозэнергоавтоматику, там дали телефон. Uh-huh. Сказали, что этот сайт, он рассматривает рекламационные претензии. Да, хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо.
Алло. Алло, день добрый, это Дмитрий, да? Да, добрый. Добрый день. Мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы рассматриваете рекламацию по поводу аккумулятора у ИСТа. Угу. Это самое. У меня, получается, полтора месяца еще осталось гарантии на аккумулятор, и он накрылся. Что мне делать? А ИСТа какая? 60-ка. Ну, я понял, там Форсе, да? Стандарт. ИСТа стандарт, это в Укравтозапчасть вам нужно позвонить. У нас по ИСТе аккумуляторы, мы АКБ-центр, и мы занимаемся Фион и Форсе. А как, куда это мне надо позвонить? В Укравтозапчасть. А есть номер телефона или как? У меня нету. А где вы покупали его? В эпицентре покупал. Мне так сказали... вы в эпицентре узнаете телефон у Укравтозапчасти. Мы на эпицентр Форсе только выставляем. Ага. Понятно. Спасибо. Да, всего доброго. Эпицентр, доброго дня. Здравствуйте. Я покупал у вас автомобильный аккумулятор. Он у меня поломался. Мне сказали... с гарантики, чтобы я звонил вам, и вы дадите номер Укравтозапчастины, и потом я туда куда-то должен позвонить. Сейчас соединю с отделом. Алло. Алло, день добрый. Добрый. Я, получается, покупал у вас аккумулятор, он у меня поломался, гарантийный срок еще остался полтора месяца. Я звонил туда, как бы по гарантике, мне сказали, что звонил в эпицентр, вы дадите номер какой-то Укравтозапчастины, который занимается этим вопросом. А вы звонили куда? Ну, там в гарантике был номер телефона. В гарантике был номер телефона и не обслуживается, да, уже там или что? ИСТа аккумулятор я покупал. Не, я понимаю. А я уже позвонил номеру 4, там меня переадресовывают с одного на другой. Ага. Так, подскажите контактную информацию свою, я запишу сейчас и обязательно с вами свяжусь, как только уточню. 096-37-32-988. Аккумулятор ИСТа какой вы покупали? Стандарт 60-ка ИСТа. Ага. Там гарантия 2 года, осталось еще полтора месяца. И он умер. Я понял. Смотрите, а дата... Вы можете продиктовать там цифры на самом аккумуляторе? Или сейчас не можете? Выбитые. Выбитые цифры. Ну, 4 цифры, вот там вот, когда крышку открываете, там 4 цифры выгравировано. Да, там я уже не помню, но он дома сейчас лежит. Ну... факт, тут гарантийка-то есть, какая разница, какие там цифры. Ну, смотрите, 2 года, это с даты производства, я ж поэтому спрашиваю. Нет, 2 года с даты, как я его купил у вас. А, нет, тогда гарантии не будет. Это с даты производства идут аккумуляторы. Ладно. У меня гарантийный срок выписан 2 года. Выписан 2 года с даты производства, поэтому я вам и спрашиваю, какой... Ну, значит, там дата производства у вас отмечена, я же не знаю. У меня написано, что... Ну, я посчитал, что там написано заполнено в гарантийном талоне, который заполнял свой пациент. Ну, в гарантийном талоне указана дата именно производства или нет? Или вы считаете с даты продажи? Я понятия не имею, я не заполнял, я ничего не считаю. Просто все аккумуляторы идут с даты производства. Это как бы не, ну, обязательное требование. Если у вас вышел именно по дате продажи, то гарантия 100% вам откажет. Вне зависимости. То есть, если он у вас в эпицентре провалялся полгода или год, то у меня останется полгода. Гарантия будет. Нет, минимум идет гарантия год в любом случае. Вне зависимости от даты производства. Это по всем аккумуляторам. Я что-то не совсем понял. У меня написано 2 года гарантии, что тут как когда выбито там и так далее. Ну, смотрите, я еще раз вам говорю, есть. Производство, дата производства самого аккумулятора. От него идет 2 года гарантии. Вы смотрели по дате по чеку, считали 2 года, или от даты гарантии? Это принципиально важный вопрос. Я смотрел по чеку и книжечку там такую заполняли. Да, бумажка такая, с печатью с вашей. Да, но там идет дата продажи просто. Угу.
А надо считать вот даты производства. То есть если дата продажи, вы говорите, через полтора месяца заканчивается гарантия, то он уже 100% будет не гарантийный, если вы считали по дате продажи. Ага. То есть, короче, это такое, как бы, как кидалово, да, получается, или как? Почему как кидалово? Это всем озвучивается абсолютно. И в любом... Я сколько в эпицентре покупал аккумуляторы, мне ни разу этого никто не озвучил. Вот вчера, в частности, я тоже купил аккумулятор, мне этого никто не озвучил. Вы покупали где, в эпицентре? Конечно. У нас, на проспекте Гагарина, 352. Да, да, да. Так, вы покупали какой аккумулятор? Эксперт. Эксперт, там год гарантии идет. Даже вне зависимости. Ну, мне никто не сказал про выбитое. Вы же говорите про выбитое от выбитого гарантии. Так мне про это не столько раз. Я 4 аккумулятора, конечно, вот дело в том, что покупал у вас, и мне ни на один такого слова никто не говорил. Ну, это ни для кого не секрет. Это на самом деле на любом ресурсе вы можете найти эту информацию. Это не нами придумано, не компанией «Эпицентр». Это все производители аккумуляторов дают гарантию от даты производства. Это, ну, при чем тут кидалово? Дело не в кидалове. Мы как бы руководствуемся тем, что чем руководствуется завод-изготовитель, и доносим до покупателей эту информацию. Поэтому, ну, это если я могу, конечно, найти вам сервисный центр, ну, вам 100% откажут. Тем более у вас прошло уже 2 года. Очень, ну, я хорошо понимаю, а почему при покупке аккумулятора тогда люди ваши не говорят, что так и так, мол, обратите внимание, аккумулятор у нас пролежал, там, к примеру, 1,5 года, у вас осталось там 1,5 года. Я, допустим, ну, это всегда говорю. И ребята мои, ну, может быть... Ни разу. 4 аккумулятора я покупал вот у вас, вот, серьезно. Это без приколов, без ничего. Один аккумулятор я советовал сосед у вас покупал. Никому не говорили такого. Именно? Ну, по поводу выбитой даты вот этой. Как никому не говорили? Никому, ну вот так вот, фактически. Вот ну, так хорошо говорили, только ну, наоборот. Я вам сейчас об этом говорю, что это... Ну, вот это как бы уже поздно, по течению у меня, извините, 4 аккумуляторов как-то... Хорошо, а вы хотите сказать, ну вот у вас он проработал 2 года, это нормальный срок службы истовского аккумулятора. Он же у вас не через год, грубо говоря? Нет, 2 года он у меня не проработал. Ну, почти 2 года, вы же сказали, 1,5 месяца. Да, 2 года и 10,5 месяца он у меня проработал. Ой, вернее, год и 10,5 месяца. Ну, так а в чем ваша претензия? Он практически проработал весь гарантийный срок. Ну, он гарантийный не проработал, ну, практически. Гарантийный, я вам мое желание поменять его на новый, отремонтировать его, не знаю как. Ну, есть гарантия 2 года, это... Когда ты покупаешь телефон, он ломается, да. Ты его сдаешь и его там ремонтируют. Или а вы часто сдавали телефон вот именно по гарантии? Я, допустим, сталкивался, это очень большие трудности в этом. Вот если касательно телефона. Ну тут дело не в телефоне. Я вам говорю... Я сдал там без проблем вообще, у меня не было таких волокит. Пришел в сервисный центр, отдал его, отремонтировали, забрал, все. А тут ну, какие-то все, телефонные звонки, какие-то рассказы непонятные, даты какие-то. Ну, чего непонятное. Вы можете прийти, я вам и в магазине могу то же самое сказать. Причем хотите по телефону, хотите не по телефону, вообще без разницы. Просто есть как бы такие требования от завода-изготовителя. 2 года с даты производства. Это не я придумал, это не эпицентр. Ну, а это где-то указано в гарантийном? В гарантийном талоне, конечно. Если вы прочитаете, там должно быть указано в гарантийке то, что 2 года идет с даты производства. Именно с даты производства, не конечно. С даты продажи, да? Нет, с даты продажи ни один аккумулятор у нас не продается. Не дается гарантия. Ну вы хоть бы как-то предупреждали, ну серьезно, ну не конкретно вы там, кто продавал мне там эти продавцы, да? Ну просто это ж, ну, факт, как бы. Я бы и не звонил, и время свое не тратил. Зачем мне это? Ну, знаете как, я и ребята мои стараются всегда озвучивать, ну, мы говорим, там, 2 года гарантии с датой производства, там, или год гарантии с датой производства. Могли просто сказать, у вас 2 года гарантии, и все. Вот, как бы, вот эту вот приставку они не добавили. Я ж не знаю, я не присутствовал при продаже вашего аккумулятора, поэтому я вам так точно не могу сказать. Зачастую у нас бывают аккумуляторы просто берут с полки и идут на кассу. И такие случаи бывают. Я полки не беру, я всегда жду, пока мне его проверят нагрузочной вилкой, либо же
хотя бы померяют, сколько на нем вот. Потому что не всегда есть нагрузочная вилка, бывает там у вас проблемы с этим. В итоге, ребятки, просто проморочили голову, проще сдать и купить новый.